Здравствуйте, уважаемые друзья! Представляем вашему вниманию ролик, в котором мы рассказываем, как создать парник своими руками, используя стеклопластиковую арматуру в качестве духа. Каркас создается из деревянных брусков. Мы создавали парник длиной 3 метра и нарастили его. Вы можете нарастить себе и создать, если у вас здесь длинные бруски, любой длины. Парник, ну, в разумных пределах, конечно. Наш парник длиной 3 метра, шириной 1,5 метра. Самое главное, хотим обратить ваше внимание. Парник, каркас лучше собирать, скреплять вот в местах соединения болтами для обеспечения жесткости. Каркас из деревянных брусков получается жесткий, легкий и прочный. Гвозди, шурупы для соединения не подойдут. Сейчас вам Александр демонстрирует стеклопластиковую арматуру диаметром 6 мм. Мы ее будем использовать в качестве дуг для нашего парника. Какие замечательные свойства обладает эта арматура? Ну, во-первых, она упругая. Упруга, видите, мы ее согнули, придали ей форму дуги, и тут же она разогнулась. Она прочная. Также она легкая, очень легкая. Она не ржавеет, не проводит тепло. Делаем отверстие в деревянном каркасе для того, чтобы установить стеклопластиковые дуги. Отверстие для арматуры диаметром 6 мм мы делаем от 6 до 8 мм. Интервал между дугами оптимальный — полметра. Реже не нужно будет провисать пленка, чаще тоже не рекомендуем лишний расход материала. Вставив дугу, она там достаточно жестко крепится, не нужно ее ни на клей садить, ни ничего, просто вставляем, сгибаем нашу арматуру, сейчас Александр вам покажет, как это очень просто и легко делается, вставляет в противоположное отверстие в другой стороне, и таким образом мы делаем верхний каркас нашего парника. И вот Александр очень быстро собрал верхний каркас, который очень жесткий, и у нас получился уже фактически готовый парник. Видите, он очень легкий, его можно поднять, проветрить, обработать грядку очень легко, одному или вдвоем, прекрасно эксплуатируется. Нам останется только накрыть этот парник пленкой и прикрепить пленку к деревянным брускам. Вы уже видите, мы накрыли наш каркас пленкой. И пленку мы будем крепить степлером. Вы можете прикрепить любым другим способом, например, штапиками. Это, конечно, штапиками более надежно, вот, но чуть больше времени займет. Мы используем обычный степлер для прикрепления пленки. Тоже очень быстро все это делается. Может быть, вы как-то по-другому крепите пленку, можете применить свой метод. Сейчас Александр вам покажет. Мы обворачиваем деревянный каркас пленкой для изоляции нашего деревянного каркаса от контакта с землей. Частичной, конечно, изоляции. Вот, тем самым мы как бы предохраняем от гниения дерева, от образования грибков. Ну, просто для того, чтобы увеличить долговечность наших деревянных брусков, чтобы мы могли дольше эксплуатировать их. Потому что парник, метод создания парника, который мы хотим предложить, он чем очень удобен? Тем, что можно его быстро собрать и также разобрать и использовать в следующем сезоне. И вот уже вы видите готовый, сделанный нами парник. Сделали мы очень быстро, буквально за 30 минут. Прочный, легкий, жесткий парник, который очень легко, удобно эксплуатировать. Можно одному поднимать, обрабатывать грядки, проветривать. И также, как быстро собрали, также быстро разобрать и использовать нашу арматуру в других целях у себя в саду. Вот Александр демонстрирует, как очень удобно поставить его на проветривание. Видите, какой у нас замечательный, красивый парник получился. Буквально
за считанные минуты.